Друзья, добрый вечер. Мы сейчас находимся в Вологодской области, животноводческий комплекс. Здесь установлена потолочная водяная низкотемпературная система отопления теплопанель. Где она установлена, мы вам сейчас покажем. Это родильный блок. Молодые телята восстанавливаются после рождения, помещаются вот в такие небольшие клетки. А сверху на подвесах висит потолочная низкотемпературная водяная система отопления. В данном случае она используется как система отопления для локального догрева. Здесь телятки набираются сил. В системе сейчас температура теплоносителя от 40 до 50 градусов. Все отлично работает, все отлично прогревается. Телята чувствуют себя замечательно. Мы сейчас параллельно еще производим съемку тепловизором. Обязательно выгрузим этот видеоролик на нашем плейлисте в YouTube под названием «Одноименной тепловизионной съемки». Поэтому, если у вас остались вопросы, если вы хотите узнать стоимость оборудования, если у вас животноводческий комплекс, либо любой другой комплекс любых категорий, склад, автосервис, автосалон, торговый центр, спортивный комплекс, во всех категориях у нас есть уже реализованные кейсы. Мы готовы подсказать, что сколько стоит, как что работает. Поэтому оставляйте ваши заявки по ссылке под видеороликом. Подписывайтесь на наш канал. И неважно, собственник вы, проектировщик, монтажная организация, проектная. Мы готовы помочь, мы взаимодействуем со многими партнерами. Поэтому ждем от вас обращений, ждем от вас комментариев. Всем удачи!